Уважаемые пассажиры, при проезде в общественном транспорте в обязательном порядке необходимо соблюдать масочный режим. Уважаемые жихары и гости Гродно, в интересах сбережения здоровья настойливо пропонуем вам заховывать в громадском транспорте масочный режим. Поездка без маски подвергает рызыцы заражения инших пассажиров. Зверните увагу на тех, кто в масках, яны застерегли вас и себе. Памятайте, от каждого из нас залежит здоровье тех, кто вокруг вас. Проявите свядомость и повагу. Покиньте громадский транспорт, выйдите на наступном рынку и набудьте сродки индивидуальной обороны. Бережите себе и новокольных. Надеемся на ваше разумение.